гримерной в буквальном смысле наносятся последние штрихи. Актеры спектакля «Маугли» уже в образах и готовы к своему первому выходу на сцену. Это и есть человеческий бутон. Какой он маленький и совсем голый. Какая кися. Он такой маленький и не боится. А ведь я бы могла его убить одной лапой. Долгожданная премьера постановки инклюзивного театра «Катарсис» состоялась в Международный день защиты детей. В зрительном зале аншлаг, а на сцене разворачивается настоящая магия. Дикие джунгли оживают вместе со своими обитателями. Роль Маугли исполняет сразу два артиста. Человеческий детеныш попал в стаю младенцем, а когда подрос, смог дать отпор самому Шерхану. Актерская игра завораживает так, что забываешь, на сцене артисты с ограниченными возможностями здоровья. Буквально каждое действие сопровождается бурными овациями. Из просто зрителей зал превратился в поклонников. Они нисколько не с ограниченными возможностями. Это реально дети с безграничными возможностями. И вообще это круто, что их не выделяют как-то особенно. А это все дети, и я считаю, что они все здоровы. Музыка, свет, декорации, костюмы, грим и, разумеется, подготовка юных артистов – все это результат полугодовой работы команды неравнодушных и творческих людей. За столь короткий срок они создали абсолютно уникальный в своем роде инклюзивный театр. В день премьеры на одной сцене все те, кто причастен к рождению постановки – от исполнителей главных ролей до волонтеров. По крайней мере, в Салавате. Наш волонтер организации «Материнское сердце» Маргарита Сафари, которая с нами уже 6 лет идет нога в ногу, выиграла вместе со своими помощницами грант на то, что вы сейчас видели, на это выступление, на костюмы, на декорации, на педагогов. Это проявление огромной души. И ребятами, и своей командой я очень горжусь, потому что сегодня это было невероятно. Они сделали все четко, музыка, свет, это все было классно вовремя. На самом деле, ради таких моментов хочется писать проекты, выигрывать гранты, чтобы видеть вот эти счастливые эмоции, счастливые лица детей, потому что это важно. Ребята развиваются, ребята выявляют новые моменты в себе, ребята учатся даже по-другому говорить, ребята учатся взаимодействовать. Театр, он через игру, а игра помогает и развивает. Спасибо моей команде. Момент своего триумфа на сцене артисты будут помнить долго. Эмоции просто окрыляют, делятся актеры. Запомните, мои зрители, самое главное, когда вы выступаете, не боитесь, пожалуйста. Самое главное, надо выступать. Я поняла, что я выросла. Полгода я занималась, что я стала уверенней. Я это прям чувствую. Постановка инклюзивного спектакля выполнила свою главную цель. Сделала особенных детей и их родителей еще счастливее. Алена Чернова, Радмир Загидулин, Рустем Гайнанов, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».